Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Вы на канале Серега Китек. Я отправляю скины, эмоции, кирки, дельтапланы подарком. За все время, с 2019 года, я отправил уже больше, чем на 1 миллион вубаксов. Все можно заказать у меня за донат. Пишите мне в ЛС ВК, пишите мне в ЛС Дискорде, все контакты в описании. Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошие игры. В этом ролике поговорим немножечко про боевой пропуск, как его купить этот сезон, прошлый сезон. В общем, я расскажу некоторые моменты, которые мне известны на данный момент. Многие почему-то думают, что боевой пропуск можно подарить за V-баксы. Нет, боевой пропуск за V-баксы нельзя подарить. Внимательно смотрите ролик. Этот ролик, то есть когда-то я отправлял кому-то боевой пропуск. И внимательно смотрите. То есть боевой пропуск за V-баксы нельзя подарить. В этом очень большая проблема для многих в приобретении боевого пропуска. Да, со скинами проблем нету. Все, кто хочет скины покупать, те у меня заказывают и получают скины. Как мы видели, оплата идет в рублях, то есть 479 рублей. Но на данный момент донаты в игре отключены, и боевой пропуск подарком за рубли отправить нельзя. Еще раз хочу обратить внимание, то, что это старый ролик. Это старый ролик, когда я отправлял боевой пропуск, когда донаты были разрешены в игре. Но сейчас донаты в игре запрещены, и ничего купить, задонатить в игру через игру нельзя. То есть скины у меня можно заказать, с боевым пропуском проблемы. Но я нашел некоторые варианты. У меня есть человек с Одессы, и у меня есть человек, который может купить 1000 V-баксов кодом. То есть код на 1000 V-баксов. Да, эти варианты очень недешевые, сразу говорю, это недешевые варианты. Поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь ко мне в личку, во ВКонтакте, либо в Дискорде, контакты есть в описании. То есть есть два варианта: кодом, то есть код на 1000 V-баксов, и подарком с аккаунта с Украины. Не знаю, когда эта вся петрушка с донатами закончится, да и возможно, когда откроют донаты в игру, цены поменяются, то есть сейчас рубль стал дешевле к доллару. И когда откроются донаты, в игре игра-то у нас зарубежная, то есть все как бы определяется примерно по курсу доллара. То есть возможно, V-баксы в магазине и также и боевые пропуски, это все станет еще дороже, когда откроются донаты в игру. Но неизвестно, когда это откроется. Может месяц, может вообще никогда не откроется. Я не знаю, ребята. Короче, как-то вот так вот. Все очень печально, все очень плохо. Все, кто хочет заказать скины, обращайтесь в ЛС ВК, в ЛС Дискорде. Предложение ограниченное. V-баксы кончаются быстро очень. Вот, поэтому как-то так вот. Возможно, скоро я вообще не смогу дарить подарки и принимать заказы на них. Желаю всем мира, желаю всем добра, мирного неба над головой. Поддержим Россию, поддержим наших. Всем удачи, ребят, всем до скорого. Всем пока-пока. Держимся.